большое, что вы все есть у меня. Спасибо. Простое, а очень простой истине. Мы очень часто все говорим друг другу, что нужно жить здесь и сейчас, но порой действительно забываем о том, как это важно на самом деле находиться в моменте. Ведь именно когда ты не путешествуешь в прошлое, о чем-то сожалеешь, не бежишь вперед, думая о том, что будет завтра, тогда ты по-настоящему счастлив, когда ты умеешь находиться в моменте. Вот я сейчас абсолютно в этом удивительном моменте. Я вижу, как вы светитесь. Для меня это огромное счастье. Я чувствую сейчас себя абсолютно ребенком. И вот следующее стихотворение о том, как важно жить настоящим. Я начинаю обратный отсчет. 3, 2, 1. 0. Как в детстве. Все, что случалось со мной, не в счет. Я обнуляю сердце. Прошлого нет. Есть лишь здесь и сейчас. Буду наивным, смелым. Стану на фоне всеобщих масс, как лист бумаги. Белым. Дам тебе в руки карандаши. Яркие. Целую пачку. Хочешь, рисуй на мне. Хочешь, пиши. Главное, не испачкай. Сколько всего будет в первый раз? Сразу не представить. Прошлого нет. Я даю себе шанс. И обнуляю память. Спасибо! Будьте счастливы! Ваня первый раз читает стихи, первый раз выступает на сцене со стихами. Браво! И самое приятное, что этот человек согласился, не раздумывая, когда я спросила, а ты не хочешь почитать со мной? А давай. Это спасибо тебе огромное. Спасибо. 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 Никола, человек, как я сказала, с которым мы знакомы, дружим очень много лет, наконец, у нас скоро будет первый альбом, и вот сегодня многое из того, что он играл, будет на этом альбоме. Спасибо большое. Спасибо тебе. В общем, я очень счастлива. Спасибо, спасибо. Ира, спасибо тебе. Спасибо.